В Люберцах продолжается массовая вакцинация от COVID-19. В поликлиниках городского округа открыто 8 прививочных пунктов. Для удобства жителей в торговых центрах работают выездные бригады медиков. Насколько востребована такая услуга, узнала наша съемочная группа. Все больше пунктов вакцинации от COVID-19 открывается в городском округе Люберцы. Теперь сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в специальном мобильном комплексе у торговых центров. Это очень удобно, потому что в свободное время можно прийти сюда и сделать уже вакцинацию, быть уже в полной безопасности. Заботимся о своем здоровье, о здоровье других людей. Чем быстрее все привьются, тем будет общий иммунитет. Сама процедура ничем не отличается от той, что делают в поликлинике. Перед уколом пациента осматривает врач и подробно спрашивает о состоянии его здоровья. Вакцину вводят только в том случае, если нет никаких противопоказаний. Нет, что волноваться. У нас уже сделали большую часть родственников вакцину. Вроде переносится неплохо. После прививки волонтеры провожают пациентов в специально выделенное помещение, где они находятся под присмотром медиков в ближайшие полчаса. Побочных эффектов не наблюдали. Люди переносят хорошо прививочку, все довольны. Побочные эффекты могут появиться в первые сутки после вакцинации. Возможно, повышение температуры, слабость и недомогание. Врачи рекомендуют в таких случаях выпить жаропонижающее. Но даже если постпрививочный период проходит спокойно, следует на 3 дня отказаться от физической нагрузки, употребления алкоголя, а также посещения сауны или бани. Через 3 недели предстоит второй этап вакцинации. Мы через 21 день также приедем в этот торговый комплекс, и мы всем после вакцинации выдаем памятку, записываем телефоны, контакты этих людей, которые вакцинировались. Мы им будем прозваним и приглашать их будем на вторую вакцинацию в это же время, в это же место. У жителей городского округа Люберцы еще достаточно времени, чтобы пройти вакцинацию. Работа выездной прививочной бригады в торговых центрах продолжается. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.